Белый. Рядовой Джураев! Два наряда вне очереди! Упал, отжался! В культовом сериале «Бригада» многие события 90-х и вся криминальная подоплека показана почти с пугающей достоверностью, когда бригада Белого понимает, что надо расти дальше. Они начинают сотрудничать с неким Фархатом Джураевым, оказавшимся сослуживцем Саши Белого. Они давние друзья, поэтому очень быстро договариваются о поставках наркотиков через Москву, которая должна была стать транзитным пунктом. В итоге партию наркотиков перехватывает другая группировка, и Фархата с людьми убивают. Сыграл молодого таджикского авторитета талантливый актер Фархат Махмудов. На самом деле, то, что имена совпадают, совсем не случайность. Персонаж писался Алексеем Сидоровым специально под Махмудова, с которым они были в дружеских отношениях. Российский актер узбекского происхождения родился в 1972 в Ташкенте. Сниматься в кино начал еще в школе, когда принял участие в фильме «Волки». Получив школьное образование, переехал в Москву, где поступил на курс Михаила Глузского в университете кинематографии имени Герасимова. После выпуска в 1993 поступил на работу в Московский драматический театр, но оттуда буквально через год перешел в театр эпатажного режиссера Романа Виктюка, где и работает до сих пор. Фархат Махмудов принял участие в 14 спектаклях. Помимо этого, его фильмография насчитывает около 65 кинофильмов. Востребованный актер, он в настоящее время продолжает активно сниматься и выходить на театральную сцену. Что касается личной жизни, Махмудов женат. У него есть сын, которого назвали Искандер. Самыми главными его ролями в кино считается роль Талгата в «К вам пришел ангел» в 2005 года и роль капитана Аскерова в «Заставе» 2007. За воплощение на экране образа капитана Махмудову вручили награду от ФСБ – особую премию. Кроме того, актер – обладатель звания заслуженного артиста России и премии «Итиров». После роли армейского товарища Саши Белого, Фархата Джураева, актер стал особенно популярен. Однако он не терял голову от своей славы, а просто продолжал работать и заниматься любимым делом. Он считает, что нельзя почивать на лаврах, что право быть хорошим актером надо заслужить каждый раз заново.